Генеральный спонсор места происшествия – станция технического обслуживания «Сервискар». Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. «Сервискар». Весенняя, 54. На загородной трассе автомобили с камерой внезапно занесло. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На снежной трассе владелец регистратора едва не попал в ДТП. В итоге машина не попала в сугроб. Также водителю повезло, что не было встречных машин. На трассе Вятка водитель Рено подрезал машину с камерой. По словам автора видео, впоследствии он остановил нарушителя. С виду мужчина был пьян. На Октябрьском проспекте регистратор зафиксировал, как с крыши упала снежная глыба. На Советском тракте лось чуть не спровоцировал ДТП. Водитель успел среагировать и съехал на обочину. На улице Ленина пассажирский автобус 87-го маршрута проехал на красный сигнал светофора. На улице Московская автокамера зафиксировала пешехода-хулигана. На замедленном повторе видно, один пешеход просто выставил руку и ловил автомобиль. Другой реально схватил проезжающий автомобиль за зеркало и оторвал его. Михаил Вагин, место происшествия.